Сегодня в Алтайском крае вновь объявлено штормовое предупреждение. Накануне МЧС региона сделала рассылку о надвигающемся урагане. В рассылке сказано, что в крае пройдут дожди, грозы, местами сильные ливни, град. Порывы ветра будут достигать 24 метров в секунду. При этом сохранится аномально жаркая погода. Температура воздуха достигнет 30 градусов и выше. Краевой МЧС просит соблюдать меры безопасности. При сильном ветре переждите непогоду в капитальном строении. Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шапки конструкции. Не укрывайтесь под деревьями. Паркуйте автомобиль в гараж. При аномально жаркой погоде не находитесь долго на солнце, прячась в тень. Во время сильной жары нужно носить светлую одежду. Головной убор обязателен. Пейте больше воды. Напомним, за последнюю неделю по краю прошла ураганная волна. В центральном районе Барнаула по-прежнему сохраняется режим ЧС. Почти три дня в сотнях домов не было света. На сегодняшний день полностью восстановлено электроснабжение в поселках Цветы Алтая и Ересной, а также в Нагорной части города. Без света остается часть затона, около 50 домов. Работы по восстановлению продолжаются. А вот накануне ночью буря накрыла Целинный район. Она повалила 500 деревьев и оставила без света 6 сел. Работы по восстановлению электричества велись весь день. Накануне вечером оно вернулось в дома 4 сел. На текущий момент без электроэнергии остается Марушка и Дружба. На месте ЧП работают около 150 спасателей.